Привет, привет, мои дорогие. У меня целая огромная прям тарелка макарон по-флотски. Хлеб с маслом. И салат с майонезом, представляете? Целая ложка майонеза. Тут перчик. Огурец, лук и помидорка. И вон там у тебя. Кто так не ел, попробуйте. Вкусно. Обалденно. Мои кошки тоже любят макароны. Хлеба не корми. А макарон дай. Поэтому последнюю пока закрываю. Я хочу жрать одна. И жрать много. Вот думаю, я же в том году жила на даче. А почему? Брала собаку, ехала, уезжала. А потому что у меня здесь кошка, оставались дети. А в этом году вроде август, да? Ну, тут, ну, наездами. Ну, кататься туда-сюда постоянно, допустим, с работы домой, а потом на дачу тоже, ну, не накатаешься. А Юльку, даже если бы она была стерилизованная, я бы ее не взяла на дачу, я за нее боюсь. Не говоря уже о другой. А тут вроде я уезжаю, и собаки дома, и все дома. Корм оставлю, даже если они все съедят, но в принципе я приезжаю, всегда еще есть. Главное, чтобы вода была. Прям на маслице отдыхаю, что-то я давно пачку масла не покупала. Не то, что не покупала, я забываю. Вчера вспомнила рецепт кетчупа, я как-то его варила. Вот мне нравился. Но еще яблоки не соспели. Думаю, вот с Антоновка соспеет, вообще будет вкусно. Там нужно только
помидоры, лук и яблоки. Что-то у меня там, я как-то делала, так быстро ушел. Блендер есть. Или что я буду варить? В этом году. В общем, сейчас я поем и на работу. Купил себе бежевый костюм. Вчера пришла, что-то не выстирала. Но я каждый день там или другую майку одеваешь, ну, чтобы. Ну, все равно лето. Хоть и дезодорант, хоть и тальки. Все равно уже на следующий день не оденешь. Как быстро высох он. Выстирала. И на змеевик. И он практически сухой. Я еще спрашиваю, ты так быстро съедаешь? Да я тарелку-то маленькую кладу. Вот. Диаметр. Что тут есть-то две ложки? Это кажется огромным. После этого я сожру все, что есть и не есть дома. И салат даем. Вкусно. А всех несогласных со мной в бан. Да, я такая. А вечером не знаю, что будет. Опять, наверное, макароны. В общем, все, всех обняла. Пока-пока. Чмойте, ваша Наташа. Спасибо, что вы у меня есть.